В городском музее открылась новая выставка. Экспонаты для нее предоставили сотрудники Приуральского краеведческого музея из поселка Аксарка. Макет лодки Сетина Муксуна грузила для Невода. Всего 20 экспонатов. Но эта небольшая коллекция подробно рассказывает о нелегком труде ямальского рыбака. Дело в том, что этот поселок был создан именно как рыболовецкий, и уже на базе рыболовецкой артели был создан рыбзавод. Большинство представленных предметов изготовлены на рубеже 19 и 20 веков. Но есть и представители советской эпохи. Например, на банке из-под ряпушки пряного посола видна дата изготовления – 1991 год, и цена 5 рублей 50 копеек. А вот самый интересный экспонат, говорят музейные сотрудники, это костюм рыбака. Только начал работать завод, таких костюмов, конечно, не было. И на сегодняшний момент уже более современные костюмы. То есть это костюм такой промежуточный, костюм Советского Союза, который работал рыбак где-то в период с 1985 года по 90-й. То есть это такой межвековой костюм, который перешел из 20-го в 21 век. Мини-выставка на просторах Оби – третья по счету в этом году. Обмен интересными экспозициями между музеями семьи Лиственницы и Аксарки уже стал доброй традицией. Творческое сотрудничество продолжится и в дальнейшем.